В Балахнинском районе задержан инспектор ГИБДД, который по материалам дела хотел за 20 тысяч рублей освободить от ответственности водителя, совершившего пьяное ДТП. Александру Смолкину 28 лет, двое детей, и за какие-то 20 тысяч рублей он оказался за решеткой. Вы вину признаете? Не признаю. То есть вы не брали детей? А была пьяная водитель? Не было. Все, пока больше комментариев нет. В ходе предварительного следствия установлено. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на автомобиле Mazda, не справившись с управлением, совершил ДТП. В этот момент времени сотрудник, заметив данное ДТП, а также увидев, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, обратился к родственнику, который присутствовал на месте ДТП, с просьбой за взятку в размере до 20 тысяч не составлять административный протокол и привлекать данного гражданина к административной ответственности. Родственник, находящийся на месте ДТП, снял денежные средства в отделении банка, после чего передал указанному сотруднику ДПС. А как вы можете прокомментировать ваше задержание? За что вас тогда задержали? Без комментариев. Почему вы встречались с человеком около банкомата на улице Горького? Без комментариев. С договоренностью передать вам 20 тысяч рублей. Так ли это было? Кстати, по решению суда Александр Смолкин был арестован. Его могут ждать до 8 лет лишения свободы. А в соседнем, с Балахной, Городецком районе тоже задержан инспектор ГИБДД. По материалам дела, полицейский выдавал права людям, которые даже обучение не проходили. Для этого инспектор вносил ложные сведения в документы. Указанными противоправными действиями подозреваемого была создана угроза безопасности участникам дорожного движения, выразившаяся в предоставлении права управления транспортным средством лицом, не обладающим соответствующими навыками. Кроме того, в ходе предварительного расследования он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений. Кстати, задержанного инспектора могут ждать до 4 лет лишения свободы.